Сорт Клеопатра очень крупный, с таким крупным листом, растет быстро, места занимает много, горшок объем требует большой, любит попить. Значит, у него этот сорт у нас еще не набрал свой колор, то есть цвет листа, конечно, у нее намного интереснее, но будем еще ее смотреть, наблюдать. В общем, это такой достаточно, я бы сказала, даже такой сорт-гигант в плане размера листовой пластины. В общем, красивенький все равно лист, даже он должен быть потемнее, но даже вот этот вот рисунок это делает, ну, колеус очень достойным.